Привет-привет, ребята! С вами Конфетки ТВ. И сегодня мы с вами будем открывать вот такие вот огромные сюрпризы из шарикового пластилина. Давайте скорее начинать и смотреть, что у нас там внутри. Вон какой фиолетовый, красивый и большой. Давайте заглянем, что у нас там внутри. Ух ты, да это же фигурка Мишки. Вы только посмотрите, какой красивый в берете, с кисточкой в руках. Вот такой вот Мишка на подставке. Следующий, давайте откроем вот этот вот желтенький. Какой он яркий. И что же у нас тут внутри? Да это же ежик! Посмотрите, какой забавный! С розовой мордочкой. Интересно, кто его так разукрасил? Наверное, Маша, хулиганка. Давайте посмотрим дальше вот этот вот голубой. Большой голубой сюрприз. Ну-ка, что у нас здесь внутри? Давайте заглянем. А здесь у нас Маша. Маша художница. Вот в таком вот беретике, на подставочке. Очень веселая. Это, наверное, она разукрасила ежика. Так, давайте смотреть дальше. Что у нас еще здесь есть? Давайте откроем вот этот вот. Оранжевый. Так, и что же у нас тут внутри? А тут у нас Белочка. Да только посмотрите, какого она цвета. Голубая. Это, наверное, тоже Маша потрудилась. Нахулиганила и раскрасила ее в голубой цвет. Итак, у нас остался последний сюрприз. Давайте его откроем. Посмотрим, что нас там ждет внутри. А тут у нас Мишка. Мишка с кисточкой в берете и с бантиком на подставочке. Вот такие вот сюрпризы мы сегодня с вами собрали. С вами был Конфетки ТВ. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!